Итак, женский клуб отправился в исследование одного места, которое называется как? Тупасвилла. Из Валентина, да? Валентина и Анна. Правильно? Правильно. Вот это наш клуб. Да. Боевая команда вышла проверить, по что ты, как это называется-то? Тупасвилла. Тупасвилла. Что она? Чего она свиллала? Теперь наступает период отчаянности, от кофейности, да? Я вот откофеиваюсь, как видите. А девочка, конечно, отчаивается. Вон бумажная есть, слева, Валя. Это Эрки, он рассказывает мне, что это за место такое чудесное. Мы сейчас идем. Удаляемся от бани, где прелестницы моются и парятся. Смотрим другие помещения. Вот. Итак. Ага. Тут кузница, вот видите, старая кузница. Здесь это такое место, в котором можно попробовать немножечко поковать в старой кузнице. Летом тут проходит средневековый базар. Кескиан Маркинат. Вот тут, видимо, в связи с этим имеется вот такое такая вещь. Сюда кладется голова. Но не пугайтесь. Это всего лишь игра. Театр. Вы же видите прямо перед взором еще не убранный бревенчатый партер летнего театра. И это тоже всего лишь декорации к спектаклю. А вот этот главный корпус. Sauna. Mutta puusauna. Ah, puu. Puulämmitteinen sauna. Ja tilat, jossa sitten voi. Kolmas sauna on sitten vielä tuolla pieni savusauna.
здесь вот это такая традиционная банька. Ну, ничего не видно. Это с Юлевало. Эй, сел вам кюнкила. Йо-йо-йо. Здесь нет никакого света, только свечки. Поэтому выключаем камеру. Совещаний. Пожалуйста, там техника какая-то есть. Самое главное, далеко от шума городского. Вот. Так что, как говорят в Финляндии, тервитулова. Добро пожаловать. Наши дивные девочки пришли, все помытые, все потурвенные. После всего этого дела. Обалдеть. Просто обалдеть. Обалдеть, да. Еще хочется сюда прийти. И не один раз. Многие могут подумать, что я вам текст написал. Это правда. Это импровизация, да. Рекомендуем всем. Это надо попробовать обязательно. Да. Обязательно. Вот так столько жили вот рядом, мало и этого не знали. Да, вот. Да, да. То есть это не только те, кто никогда не был в Финляндии, не знает, и мы не знали. И вдруг узнали. Здесь только таких мест, как гулям. Гулям. Кусочек. Вот это влияние уже, так сказать. А вот мама с дочкой тоже намазали. Она мазалась, нет? Нет, детям нельзя. А, детям нельзя. Вот, кстати, очень интересная информация. Детям нельзя. Большим тетенькам можно. А дяденькам можно? Можно. Да? Тоже хорошие тетя. Чем тети мазали часа у них котенок? Грязью. Грязью. А, вот отсюда нормально. Вот отсюда. Чумазики все тетеньки ходили. Ясно. Чумазон. Красивое место. Это тут сауна, отдых. Наслаждение. Да. Природой, погодой и сауной. Надо себя тоже любить. Да, надо себя любить. Да. Вот. Ой, вот. Очень спасибо. Ну, в общем, мы можем сказать, что на первом этапе очень хорошо. Это уже второй этап. Это второй, да. На втором этапе тоже хорошо. То есть прошли уже вторая космическая. Отлично. Первая космическая была в сауне. Да. А даже вторая была в прорубе. А, в прорубе. В озере. И вы все там... Да, мы все там... Мы тебя все выглядывали, вот какие... выглядывали. А вы хотели, чтобы я вас поснимал там? Конечно. Девушки искупались, и им тоже очень понравились эти... Кушать хочется! Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Пойдем пить, да. О, какие девушки. Да, девочки, когда пойдете есть, не забудьте с собой взять, чтобы было на что положить. Девушка вся одета, как тарелки такие, обратите внимание. Тарелки? Да, смотрите, поел, в костерок выкинул. И несу. Экологически чистые тарелки. Да, да. Вот у этих девушек еще осталось немножечко.